30 мая. Супергерой. И увидели, какую великую силу явил Господь в победе над египтянами. Охватил их благоговейный трепет пред Господом, и поверили они ему и Моисею, слуге его. Исход, 14 глава, 31 стих. Являешься ли ты фанатом супергероев? Большинство детей являются. Они в восторге, когда видят их в кино или в видеоигре. Они пытаются им подражать. В разных странах свои вымышленные супергерои. Среди них Человек-паук, Супермен, Чудо-женщина и Бэтмен в Америке. Могучие рейнджеры и команда ученых-ниндзя Гатчамен в Японии. Дарна – молодая девушка, которая превращается во взрослую женщину-воина на Филиппинах. Эти герои со сверхъестественными силами и способностями задуманы как защитники моральных принципов – веры, справедливости, ответственности, служения обществу и добрых дел. Эти персонажи и их идеалы слишком хороши, чтобы быть правдой, поэтому удивительно, что они оказывают такое влияние на детей и взрослых, которые смотрят фильмы о них. В результате, когда дети вырастают, у них появляются трудности в реальной жизни. Они раздражаются и жаждут чрезмерного внимания, поэтому начинают стремиться к власти, ища ее зачастую не там и не в том. Каждый христианин, который верит в Библию, знает, что кроме великих героев веры, есть только один супергерой – Иисус Христос, который показал много чудес. Бог Израиля – единый и истинный. Все другие силы, способности и добрые дела меркнут в присутствии всемогущего Бога, Творца, Победителя и Спасителя всей Вселенной. Вымышленные герои – приходят и уходят, но суперсильный, реальный и живой остается навсегда. Ты не можешь упустить шанс узнать его лучше. Он скоро придет в великой силе и славе. Давайте приготовимся к этому моменту. Цитата для размышления. Когда человек делает шаг к Богу, Бог делает к этому человеку больше шагов, чем песка во всем мире. Дэвид Бентон. Подумай об этом. Господь Иисус Христос, Сын Божий, существовавший от вечности независимая личность и все же единое с Отцом. Он превосходит все, обладая исключительно небесной славой. Он был повелителем небесных существ, и ему по праву принадлежали воздаваемые ими почести и их благоговейное восхищение. Превозносите Иисуса Христа, страница 16. Христос обладает жизнью, самобытной, незаимствованной, изначальной, и верующий в Меня, сказал Иисус, если и умрет, а живет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. В этих словах Христос имел в виду время Своего второго пришествия. Желание веков, страница 530. Молитва. Дорогой Господь, помоги мне направить свою веру к Тебе, потому что Ты мой единственный супергерой, истинный и сильный. Аминь.